добра, с вами Алекс Ранри. И сегодня я буду проходить игрушку под названием Тины Wrestling Impact. Скажем, эта игрушка идет у меня на втором месте по значению после Wrestling Evolution 3D. Но так как я уже забил на эту игрушку, так что сейчас будем проходить вот эту часть. Как вы видели, я выбрал дивизион Heavyweight. Сложность поставим среднюю. И постараемся найти какого-нибудь рестлера хорошего. Тут есть очень много рестлеров, которые, скажем, действительно есть в реальной жизни. Но давайте-ка все-таки выберем. Мне больше нравится вот этот, вот AJ Styles. Давайте вот выбираем его. И у нас идет загрузка. Так, мы с Халком Хоганом. Добро пожаловать, Тина и Браза. Непонятно. Давайте пропустим туториал. Я, в принципе, чуть-чуть разобрался, как играть. Так, я тебе дам возможность... Короче, я даю возможность каждому здесь. Мне не волнует, типа, откуда ты, походу. Это TNA, Браза, и... Тут каждый идет, по-моему, своим путем, что ли. Фиг знает, там, на самом деле, как-то сложновато в природе. А теперь иди в бэкстейдж, Эрик хочет тебя видеть. Хорошо, Хоган. Тасс, ну это понятно, короче, то, что этот парень может принести много разных новых вещей в эту компанию. Так, против кого мы? Мы будем драться против робот Терри. Скорее всего. Ну-ка, сейчас узнаем. Так, выходит наш AJ Styles. Так, давайте пропустим. И следующий у нас выходит. Видимо, это и есть Роб Терри. Или как его зовут? Да, Роб Терри. Тут, так скажем, своеобразное управление. Эта игрушка, так скажем, очень давнишняя. Так. Он нам берет, бьет. Мы должны пытаться встать. Он нас поднимает. Он нам берет... А, мы смогли сделать детишку ему. Так. Ну, бьем ему. Нет, 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 нет. Он нам делает... Раз... Какой-то бра... Fireman Carry, по-моему, бросок. Нам мы по нему бьем со спины. Какую-то попытку удержания. Раз. Он вырывается. Так, и... Нет, он нас запускает за канат, елки-палки. И мы сейчас там будем драться, скорее всего. Так, и мы ему делаем DDT-шку. Уже отсчет до двух дошел. Так, мы залазим обратно на ринг. Нет, тут мы не можем, к сожалению, сделать типа суицидального броска. Мы ему делаем дроп-кик. Ну, давай, бей, ударь его. Раз. Два. Ладно, все, больше пока не можем. Еще раз реверсили. Зачем-то упали. И он у нас падает с локтем. У нас пока что жизни больше, чем у него. Он нас опять зачем-то выкидывает. И начал разбегаться. Ну, мы залезаем обратно. Мы реверсим его удар. Так, еще бьем его. И он нас, по-моему, ударил. И все, конец. Он нас бьет. Мы по очередности сейчас начинаем бить друг друга. Я делаю реверс. Так, и... Да, я ему делаю суплекс. Отлично. Поднимаемся. И, ну, еще удар. Вот опять пошли удары. Так, я уберу захват. Бью коленом. И еще суплекс. Я не знаю просто, как делать второй бросок. Еще, давайте вот... Так, ну-ка... Так вот, болевой, но он вырывается. Хорошо. Так, бьем его. Так, и мы сделали такой вот бэкбрейкер. Один удар такой сильный по лицу. Еще раз. И еще просто ногой вот так можем его побить. Нет, мы опять не успели. Давайте отбежим сейчас.
Он нас оттуда скидывает, блин, все-таки я рано полез. И что, он нас поднимает. И мы ему делаем дедитишку, нам, видимо, хотел суплекс сделать. Так. Тем временем я залезаю на верхний канат. Ай, не попадаю локтем по нему, елки-палки. Ну ладно. Удар. И он нам делает бэкбрейкер. Так, он нас поднимает. Ну, и еще реверс. У него осталось совсем чуть-чуть жизни. Давайте попытаемся в болевой его. Такой вот, в армбрейкер. Ну, конец, ну-ка. Да, видимо, он сдаст, потому что начало то, что мы победили по болевому. Давайте вот продолжим. У нас есть 2 очка, которые можем дать нашему рестлеру. Давайте пусть это будет выносливость и харизма. Все, дальше играем. Так, сегодня прямиком из Орландо, Флорида, новый рестлер сделал свой дебют против Роба Терри и выиграл. Это была и хорошая ночь. Ладно, типа, я говорил тебе то, что это будут, короче, происходить большие вещи с этим парнем. Большие вещи. Так, ждем. Ага. В последней неделе у тебя был матч на Импакте. Это был большой дебют для тебя, как рестлера TNA. Я хочу тебе сообщить то, что твой следующий матч будет против Роба Ван Дамме сегодня. Типа, что я могу сказать своим фанам? Пусть будет TNA all the way. Так, там мы поднимаемся. Это Роб Ван Дам, ну, ладно. Так, все, играем. Ага. И, ну, какой-нибудь у нас запускает. Он промахивается. Я делаю дропкик, но мимо. Он нас бьет. Мы ему в ответ. Мы реверсим. Еще раз реверсим. И, ну, нет, не получается его бросить. Так, удар. Захват. И суплекс. Что-то я не могу сделать пока что еще один прием. Скажем, это прием пайл-драйвер. Опишите мне в комментариях, как его сделать. Ну, мы пока сейчас еще немножко поиздеваемся над другим Ван Дамом. Он нас бьет. Мы ему. Еще раз. Еще раз. На, мы ему делаем шолдер-блок. Так, давай держать его. И захват. Но он, так скажем, вырывается. Мы не смогли срежиссировать его удар. Мы стоим пока что сейчас никакие. Он нам делает дропкик, но, видимо, промахивается. Так, удар. 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 Еще удар. Он нам еще бьет. И он сонял. Я думал, он сейчас нас выкинет. Но он нам делает дропкик опять. Так, встаем. Удар. Ай-яй-яй, ну, она хочет сделать суплекс. Но мы ему сами его делаем. Так. Не получилось нам сверстить его удар. Мы сами бьем ему. Вот сейчас получилось. Он нас бьет. Мы ему в ответ. Так, мы залезаем на верхний канат, ждем. И мы ему делаем кроссбади. Хоть что-то у меня получилось сделать с третьего каната. Так, он нас бьет. Я его бью. Расцепились. Ну-ка, давай. Захват. Он нас запускает и выкидывает за канаты. Он зачем-то разбегается. Ну, так скажем, я уже залезаю на ринг. Мы реверсим его удар. Держим его в захвате. И делаем ему еще один суплекс. Да что ж такое?
Ну, вставай, поднимайся. Ну-ка. Ну, сейчас получится. Да, и мы прыгаем на него локтем. Конечно, как-то странно приземлились, но все-таки мы это сделали. Еще бьем его, еще. Так, я не хочу просто так выиграть, я хочу выиграть после моего коронного приема. Так, мы случайно выкинули за ринг. И у нас, так скажем, есть наш финишер. Так, и жмякаем, жмякаем, жмякаем. Так, он упал, удержание. Раз, два, три. Блин, не получилось. После какого-то обычного удара выиграли. Ну ладно, вот, мы выиграли по удержанию. Что ж, давайте закончим на этом матче. С вами был Алекс Раннери. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!